Евгений, здравствуй. Мы вчера договорились на сегодня забрать. Вот, у нас тут соревнование еще. Где-то минут 20-30. Может быть, где-то оно будет. Вот так вот, если только после этого. Как оно? Ну, тут еще 20-30 минут будут соревнования идти. То есть я минут 40 еще у меня отсюда никак. Рита. Вот. Игорь, спокойно. Ту-ту. Раз-два. А? Методично, спокойно работаешь. Ну где-то через часик, да, вот так вот. Ну-ка, да? А, нас надо будет в манеже забрать. Манеж, спорткомплекс. Вот. Надо... Не, ледовый? Нет. Манеж. Долина Уюта. Улица. Долина Уюта, по-моему, да? Долина Уюта 6, да. Ну как нужно там проезд или что-то. Чтобы надо она водить. Попадает с большим весом. Mm-hmm. Рубится, молодец, мне это самое не сдается. Лорен, ну рабо получится. Но она легче, наверное, там чуть не 10 килограмм разницы. Сейчас продержишься, если будет ничья, то она выиграет. Ей только продержаться, даже побеждать не надо. Ну это с точки зрения как бы правильно. Левой. Зияудинов. Да, вот хоть сейчас. Хоть сейчас? Я видео пишу. Давай не час. Мы сейчас еще Быстрова отберем, и все. У нас останутся одни финальные всех разных весов. Но ты мне скажи, главное, что где я. То, что не без меня не могут. Игорь, не молчи. Сейчас еще 2 минуты дадут. По минуте, да? У этих минут уже, да? 14 лет. Минута. До 18. Бегом. Скажи, что я сказал.
группа поддержки всегда есть, они подбадривают. Человек выигрывает. И сил придает. Она в той среде, в которой жила раньше, голоса слышит людей, с тех, с которыми жила. Один, не хватает? Анатолий Витальевич, 2,5 килограмма, да? 2,5 у них разница. Да. Разница веса составляет более 2,5 килограмма. Победа удерживает Шабелев более 2,5 килограмма. Головкин и Маргаритов занимают второе место. На татами приглашается Иван Тихонов Илья. Приготовились Быков Алексей, Мазаев Араншан, 83 места.